Всем привет! Это полезная программа. И это значит, что в ближайшее время вы точно проведете с пользой. По статистике, около 95% жителей нашей страны страдают остеохондрозом. Из них порядка 30% имеют грыжу дисков. Куда обращаться при этом заболевании, узнавал наш корреспондент Максим Пушкарев. Обыкновенная сумка способна причинить вред человеческому здоровью. Нагрузка на одно плечо в 3 килограмма может привести к искривлению позвоночника, а это, как правило, ведет к остеохондрозу. Обычно люди не считают это заболевание серьезным. На самом деле, за этим термином скрывается такая патология, как протрузии и грыжи межпозвоночных дисков, а также спондилоатроз – тяжелое заболевание, приводящее к сращиванию позвонков между собой, развитию стойкого болевого синдрома и инвалидизации. Устранить эти проблемы можно только хирургическим путем. При остеохондрозе самое главное – это утрата качества жизни. Вот наша задача – это вернуть человеку именно качество жизни, чтобы он мог полноценно влиться в свою работу, которой он занимался, быть полноценным членом общества, быть членом семьи полноценным. То, что он может утратить в связи с его болевым синдромом. За последние 5 лет хирургия позвоночника совершила серьезный прорыв в развитии. Если у пациента серьезные проблемы, то доктора могут провести как малоинвазивную операцию позвоночника, когда грыжа диска удаляется через 5-миллиметровые проколы, так и реконструктивное вмешательство. 2,5 месяца назад Оксане Гладковой сделали подобную операцию. Улучшения значительно после операции у меня стали. Я уже стала себя действительно чувствовать полноценным человеком и двигаться свободно, и вообще... То есть смысл жизни появился у меня. Осенью прошлого года наша героиня почувствовала боль в пояснице, а через некоторое время начала отниматься нога. Не могла ни спать, ни работать. У нее диагностировали межпозвоночную грыжу. Операция длилась 1,5 часа. А уже на 4-е сутки Оксана самостоятельно начала вставать. Сейчас она находится на реабилитации и чувствует себя отлично. В дорожно-клинической больнице вы можете пройти полное обследование при заболеваниях и травмах позвоночника, а также получить качественную хирургическую помощь. Все операции выполняются опытными врачами под микроскопом с применением микрохирургической техники. Телефон круглосуточного контакт-центра 229-22-22. Если вы решили изменить что-то в своей жизни, поменяйте сферу деятельности. И прямо сейчас мы расскажем, какие возможности открываются перед сотрудниками отдела продаж. Это телевидение. Красиво, правда? Каждый из нас когда-то понял, что ничего интереснее просто не существует. При этом многие пробовали соскочить, но обязательно возвращались обратно. А это Андрей Дунаев. Он молодец. Еще такой молодой, а уже ветеран эфира. И сейчас он расстроен. Ему сильно не хватает менеджеров по рекламе. Порадуйте Андрея. Приходите к нам. На самом деле я просто не знаю другого более короткого пути для того, чтобы попасть работать на телевидении, попасть в хорошую компанию, заниматься интересным делом. Если вы приходите в отдел продаж и даже не умеете продавать или не знаете, как это делать, мы обязательно вас научим. У нас есть специальные курсы, у нас есть тренинги, которые проходят регулярно, и те люди, которые приходят, уже очень через короткий срок добиваются весьма ощутимых результатов, в том числе и материальных. Так что желаю вам прийти к нам и оказаться в нашей хорошей компании. Что конкретно мы предлагаем? Создавать телепроекты вместе с нами, общаться и дружить с самыми интересными людьми в городе и крае, работать на самых статусных событиях, в конце концов, творить телевидение вместе с нами. При этом бояться отсутствия опыта не надо, ведь все мы когда-то начинали, поэтому новичков здесь не обижают, а наоборот. Если мы приходим продавать какие-то информационные услуги, там, технологии, там, рекламу, например, там, на радио, телевидении, где-то там в печатных источниках, вот это как раз самое то. Рынок очень динамичный, рынок очень быстро меняющийся. Плюс информация быстрее до этих рынков, в силу этого быстрее до этих рынков доходит. То есть они такие на пике острее. С этих сфер потом дальше, если двигаться по другим направлениям, двигаться гораздо проще. Телевидение – это даже не школа, а целый институт. Здесь вас научат разбираться в экономике, рекламе, бизнесе, его продвижении. Ну и, конечно, самих телекоммуникациях. Есть еще один бонус. ТВ-специалисты никогда не стареют духом, сколько бы ни проработали. Год или всю жизнь, им всегда 23. Наши двери открыты для всех. Присылайте резюме по этому адресу. А если есть какие-то вопросы, звоните. Мы всегда найдем время ответить на них. И помните, ваш единственный враг – ваша нерешительность. Смелее. Дорога ведь, как известно, осилит идущий. Это была полезная программа. Проводите свое свободное время с пользой. А еще больше полезной информации можно найти на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!